Сегодня бежим в вечернюю пятерку пятничную в личном составе. С нами Герман. Привет. Оля. Оля, что бежим? Олька, да. Как побежишь сегодня? Как получится. Как получится? Тимаш, как побежишь сегодня? Бежать вперед не будешь? Будешь? Это, по-твоему, легкий бег? По-моему, да. То есть ты опять сегодня будешь рекорды ставить? Да. Как будете бежать сегодня? Ну, на класс. Пятерку да. Пробежите? Да. Точно? Даже да. Больше. Сейчас погодите, вперед, 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 вперед! Замыкающие, привет! Привет, привет! Собакин, ты куда? Как бегать? Игорек, ты своих чат растерял. Кого растерял? Дети? Обогнали? Обогнали тебя, дети. Серьезно. Ладно, мне пол удалить. Как бежится? Отлично. Готовлюсь к завтрашним горкам. Завтра горки? Да. Расскажи. На горной. Что за... будет? На горочке. Забег? Типа того, да. 7-14 километров. И, по-моему, 8 это. Мои чады меня обогнали. Все впереди. Кто привел тебя в спорт? Дети. Они говорят, побежали, папа. Ну, чуть-чуть. Пришлось бежать. И как, по-твоему, чуть-чуть? В прошлый раз легче было. Была меньше дистанция. Хотя, уже половина прошла. Может, и добегу. Хотя бы догнать. А то они все. Это на один раз или навсегда? Не знаю. Зато честно. Встречаем лидеров сегодняшнего забега. Как себя чувствуешь? Супер! Класс! Первый! Молодцы! Как себя чувствуешь? Прекрасно! Можно добегу с ней? Давай! Сейчас где-то 2 километра 800-700 метров. Бежим обратно. Самочувствие прекрасное. На меня обогнал мальчик Витя Тропкин и дядя с бородой. Ну что, маршрут наверх. Вряд ли догоню тех, что уже добежали. Ну а пока бегу третий. Бегунов пока не видно. Да-да. Леонов. Привет, Витёк. Я знаю.
через фонтанчик. Вторая привет. Оп, вторая. Привет, Пашка. Как первая пробежка? Было очень тяжело, но я справился. Сколько пробежал? 5 километров. Дети, как пробежка? Как супер. Мало? В следующий раз больше бежим. Герман, в следующий раз больше бежим? Нет. Пиццу хочешь? Да. Игорек, мы хотим пиццу.